нету зверей хрюшек. Мюнхгаузен. Ну, блять, бан неплохой, герои говно, Мюнхгаузен. Есть и лемы, между прочим, для Мюнхгаузена. В четверку дуплет 4-6. И лемы слэш драконы. Пятерка говно для Мюнхгауза в среднем. Посмотрим, что сдадут. Ты обострешься опять весь, если будешь капусту с шоколадками целый день жрать. Чуваки, я шоколадку ем, да, во-первых, для работы мозга. Во-вторых, для того, чтобы чувствовать себя на позитивчике, блядь. А позитивчик влияет на то, как хорошо я играю в ХС. То есть, поняли? Из зоны комфорта не выхожу. Все. Не выхожу из зоны комфорта. Нужна зона комфорта, чтобы чувствовать себя ёбанем. Сижу. Ебать, заход на Мюнхгаузене. Что это за заход такой, блин? Смотрите, какие карты дают. Два дуплета есть, 6 голды есть, 2 токена есть, блин, 3 токена есть. Жесть. Пятая мана, 5 карт на Мюнхгаузене. Это прям жестко. На следующий ход еще одну капельку и в четверку делаем дуплет 100%. Прямо в темп делаем. Это вообще супер идеальный дуплет будет. Мне лучше девочек кидайте. Не надо мне ваши картинки. Капельку. Ситуация накаляется. Жестко, блять, жестко. Че, ради Элема реально что ли, блять? Спасибо за донат. Два Элема. Два часа, это прочь. Когда тебя ебут. Не, я делаю четверку. БАМ! БАМ, нахуй! Сюда, блин. Максимальное сюда. А чё меня-то сразу, блядь? Ну, мужички, блядь, с психологией не знакомы, блин. А для них это удивление. Для них, в принципе, это удивление, да. Можете почитать, что бывает от стрессов. Поэтому такое. Это на самом деле хуёво. Победители всегда привлекают внимание. Будь начеку. 100. Блядь. Ну, хотя не, нормально, у нас тут две карты умрут, и лемчики забафаются. Окей. Ок. Налево тычку. Бам, блядь. Что, проиграл, что ли? Пиздец. Проиграл 3-4, блядь. Спасибо за донат. Приходит Пухтич домой и говорит: папа, у меня сегодня первый раз в жизни был секс, и он длился 2 часа. Так. Молодец, сынок. Присаживайся, отметим. Нет, пап, спасибо, постою. Папа болит. Хи-хи-хи-ха-ха-ха, блядь. Очень смешно, ебать. Беру. Продаю, ставлю. Maybe, да? Окей, блядь. Ставлю. Можно вот это поставить, это взять, как бы, да. Наверное, нормальная идея. Лутаю, блядь, голду. Ёшки-матрёшки, продать, взять, ебать. Ну тогда пират не будет бафаться, ну там минус, пиратик оставляем, бам-бам, делаем, блядь. Тут 2 дракона есть. 0 элемов, кстати. 0 элементалей, кайф. Какой же, блядь, кайф 0 элемов иметь. Так, ну чё, поехали, блин, ебать. Найс. Направо удар, только не налево. Бам, налево, бам, направо, бам. Найс. Батя Лем забафывает. Как же он, блядь, забафывает. Налево. Хорошо. Ой, хорошо. Ебать, хорошо. Вообще, понимаете, что элементали 10 статов на 7 ману, если что уже? Задупляете, нет? Или вы вообще, блядь? 9-9 карта! Мама, тебя всегда били во дворе, и для того, чтобы не чувствовал себя ничтожеством, мы с папой создали аккаунтов 18 тысяч на Твиче и смотрим тебя, точка, не веришь? Сейчас мы... За что, блядь? Что такого-то, блядь? Что я сделал-то, блядь? Свиньи. Что вы сделали со мной, с моей психикой? Дуплет собираем карты или нет? Думаю.
Берем, минус, карта, блядь, леволапаемся, сетапим дуплет шестерку, хамул, фул и лема, да? Чат, я думаю, верите, нет, я думаю. Еще один, добытый. И сейчас будет бам, блядь. Ну слушайте, я не знаю, это восьмая мана, элементали имеют плюс 6-6. То есть, ну тут проиграть эту игру, блядь, это будет, надо постараться. То есть, я хз, как тут проиграть эту игру. Просто хуй знает, как проиграть эту игру, вообще не представляю. Тьфу, блин. Ты сегодня в ударе. 100! Жду 100. Бам, блядь. Ну, блядь, ну это хреново, что я поставил их вперед, да? Я... Ну ладно, на самом деле. Самое главное, чтобы вот это был плохой удар. 1-1. Ну, почему такой плохой удар? Я, блядь, впервые хочу, чтобы мои противники хорошо трейдились. Ну ладно, мы на 3-3 еще подбафаем, левелапнемся, окей. Налево. Бам, налево. Направо. Налево. Бам! Плохая пичка. Вау! Чё за занос, блядь? Чё это за занос, ебать, алю? Удача на моей стороне! Хорошая сделка. Вы понимаете, что с картами что-то не то, чат, блядь? Я не верю, что это мои карты. Я думаю, что мне их подкинули, бля. Подкинули, бля, подкинули. Закинули, бля, закинули. Это алдовый просто видос есть. Подкинули, бля, подкинули. Беру, ладно, пробиваю туза. Подкинули, блядь, подкинули. Диабобус ебучий. Позбиваем баблы. 100 вин. 0 и лемов, кстати, пока что. Шестерку, наверное, даже надо выходить. Попытка номер 2. Поздравь. 100. Жду 100. Прямо сейчас. 100. Мам, пока, блядь. Пока, ебанутый. И вендитика. И только не вендитика. Бам. Блять, ну чё ж такие плохие удары это, блять. Направо. Отлично. Отлично. Еще на один один. Ну, ноль элементалей, блять, в ролах. Чё такое-то? Я левелапаюсь, не поебать, я левелапаюсь. Чё же это делать? Чё, мехов нету, да? Можно, в принципе, уже нормально расставляться, а то, блять, закинули реально. Ладно, блять. 100! Пока. Бам. Ну чё, дверь нароши, бам! Ситуация. Пиздец, смотри на это. Чё, может реально номи взять, блядь? Пока что 0 лемов. Я не знаю, что делать. У меня элементом, я не знаю даже, какие у меня статы у лемов. Беру, похуй. 0 элементалей. А где элементарий, блядь? Вы чё нахуй? Вы чё, свиньи вообще ебаные или что? Не понимаю, блядь. Хоть один элементарь, блядь, где вообще? Это, блядь, не смешно уже даже, нахуй. Ладно, пошутили, блядь, и всё, но элементарий нету до сих пор. Ни одного! Я не знаю даже, какие старты нам, блядь, на этих ремах уже. Сейчас жопа подгорит, блядь. В номе он... А, да? А, да? Ты
Я самый слабый. Кайф. Что думаешь делать дальше? А-а-а! Вот так вот надо было! Блядь, быстрее, блядь, играть надо. Быстро. Думай быстрее, думаю, блядь. Пиздец, думаю. Ёбаный нахуй, блядь. Да чё за говно, блядь? Ладно, реролю на котлету всё, поебать вообще. Всю котлету реролим, похуй. Да быстрее! Быстрее! Не знаю, что делать тут. Я не знаю, что делать, блядь, продано. Я не знаю. Не забудь потратить это золото. Не доводи меня, блядь! Удача на мою! Прекрасная попал. Бам, нихуя нету. Продано! Не забудь потратить это золото. Это существо просто счастье. Триптихи будут сегодня, чи нет, блять? Есть информация какая-то? Отличное пополнение для твоей армии. Продано! Не забудь потратить. Блять, все правильно делаю, я не ебу, блять. Я просто не ебу, реально. Реально не знаю просто. Нахуй, три хода вообще без лемов сидеть, а потом вот такую насыпку. Как ее разыграть-то, блять? Ты еще отыграешься. Сто. На одна карта сейчас не умрет. Надо, чтобы вот эта карта умирала, блядь, 100%. Бам! Хорошо, и вот эта карта умирает, объят. Бам! И отсюда Рагнароша. Блин. Сидим, думаем, что делать, чат. Кто думает, плюс чат, блядь, думаем. Надо вот этот дуплет собрать. Еще от него отказаться, блядь. Я не знаю, что тут делать, блядь. Стой, играю. Не отвлекаюсь. Пиздец, тут насыпище. От кого? Блин. Ну давай, минус он, ладно, пока. Не доводи меня, пучебас. Хамул был. Хамул был, блядь! Хамул был, блядь. Хамул был. Ебать, хамул был. Хамул был, реально, хамул был. Ебать, хамул был. Ну и чё, хамул был, пиздец. Хамул был. Ебать, хамул был. Спасибо. Блять, хамул был, брат, блять. Зачем ты обманываешь себя тем, что, покачав пресс пару раз, ты сжигаешь шоколадку? Чтобы сжечь шоколадку, нужно минимум час бегать. Да не ври, блядь, не ври, дружок, что ты мне врёшь. Спасибо. Ясно, ты меня обманываешь, блядь. Привет, Владистас. Как твои делишки? Хотя не отвечай всем похуй. Ответь лучше на это в жопу. Блять, какой же бред нахуй на экране. Это ж просто что это, блять. Спасибо за это. Привет. Поздравь Раниса из Башкирии с 20-летием, как ты умеешь. 777. Хорошая сделка. Ебать, просто чё за хуйня на экране, а? Бля, я просто не вдупляю, что на экране происходит, честно, ебать. Просто не вдупляю, блять. Просто что на экране за хуйня? Я всегда говорил, удачная стратегия. Я, понимаете, я такого ни разу не ловил просто, ну, я не умею играть, блядь, такой таким. Сто! Пока. Аладдин не умрет, блядь. Аладдин не умрет, да? Бля, Аладдин не умрет, ебать. Ну и Лем с девятки. Я не знаю, что делать, блин. Ты ёбнешься, заход какой-то нереальный. Сейчас Номи надо продавать. Номи продавать и Рагнарёж крутить. То есть Номи продаем сейчас и все. Бам, 40, пока. Эту победу стоит. Сюда ее, блядь, сюда эту карту. Это существо не просто понятно. Счастливо. Просто, блядь, что происходит, ебать, что происходит просто, что происходит, блядь. Даже могучий дракон когда-то был крохотным дракончиком. Бля, я не понимаю, что происходит, реально не понимаю, еще хамулы еще дадут. Пиздец, пиздец. Ну,
господи, бля, мама! 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 Пожалуйста, блядь, мама! Мама! Мама, блядь, мама! Мама! Мама, блядь, мама! Чёрт, нарочно беру, не ставлю, ставлю, дальше продаю карту, бам-бам, поехали. Мама! Похуй, я все скипаю, мне похуй, я скипаю. Мама! 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 У тебя преимущество. Бля, надо было всех левов даже не сейвить, поебать на них вообще, там только Рагнароши нужны. Мама! 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 Опять у меня карта не умрет, яд убил! Да как так-то? Ну как так-то, блядь? Ну как же так-то? Ну как же так-то, блядь? Ну как же так-то? Сейчас адапта продаем, Рагнарошу-то два еще одну собираем, окей? Спасибо за дом. Ой, ебать! Что за пиздец? Вы посмотрите на это! Говорит, да там бич какой-то со стрелком на десятом. И тут ты за один ход перебываешься в двух Рагнарошей 3030. Мама, блядь. Ебать, мама, блядь. Мама. Надо было, кстати, собрать этот дуплет, да, пока не собирался. Чё, хуйню продаю, блядь, мама. Ну что делать-то, ебать, что делать-то? Что делать-то? Что, Рагнарошу продавать? Ну пока, ёпта, чё, пока, блядь. Пока, Рагнароша. Ебанёшься. Не видно чё, не, бля, мама, блядь. Мама. Мама. Мама, блядь. Мама. Господи, охуеть, просто охуеть. Блядь, что это такое? Удачная стратегия, залог. Просто что это такое? Это, ну, я, ну, я первый раз в жизни такое словил. Это первый раз в жизни. Мама. Ха-х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 а